Привет, друзья! Меня зовут Костя Юдин, я ландшафтный архитектор. Сегодня мы находимся в зоопарке, и я хочу вам на примере наших работ показать, как действует одно золотое правило. Если вы хотите привлечь внимание взрослых к вашему объекту, привлеките внимание детей. Здесь мы работали в субподряде, занимались благоустройством озер, оформлением береговых линий и строительством водопадов. Когда радуются дети, взрослые радуются вместе с ними. Конечно, все делают фотографии для того, чтобы хорошие эмоции остались надолго в памяти. Взрослые в соцсетях опубликуют фотографии со своими счастливыми детьми на фоне таких красивых пейзажей. Их подписчики и друзья, увидев такую красивую картинку, буквально немножечко, совсем чуть-чуть позавидуют им. И, естественно, захотят появиться в этом же месте для ярких впечатлений и фотографий. И чем больше будет таких постов, тем больше людей захотят побывать в этом же месте. Когда я строю объекты, я максимально стараюсь удовлетворить потребность в ярких фотозонах и в хорошем интерактиве для детей. Друзья, обращайтесь к нам. Давайте создадим еще больше прекрасных территорий и парков. Мы обеспечиваем полный цикл работ, начиная от проектирования до ввода в эксплуатацию. Вы останетесь довольны результатом. Я буду очень рад с вами посотрудничать. Ваш ландшафтный архитектор Костя Юдин.